Море подлости никак не любит. Оно прямоту любит, открытую душу. Попадешь в беду, сам погибай, а товарища выручай. Будешь смелым, оба выберетесь. Струсишь, оба погибнете. У товарища рубахи нет, сами свою отдай. О, тогда ты будешь настоящий моряк. Ну, Степа, вот и тебе. Выпала наша дорожка, Полосухинская. Будешь служить во флоте. Ну, добро. Добро. Смотри, Степан, служи хорошо. Не позорь фамилии. Вам от меня, папаш, позора не будет. Я комсомолец. Товарищ Полосухин. Так точно. Так прямо на их батареи держать. Есть держать на батарею. Засесть батареи противника. Есть. Пилинг на правую батарею не взят. Не годится. Правую батарею недостаточно разведали. Право на борт! Лево-право! Черт, сейчас пристреляются. Так, держать. Да. Так. Так, держать. Здесь так держать. Потушить пожар! Полуздря, поздно! Осторожно, поздно! Да, товарищ Мирьяль! Пилинг 125. Теперь все. Лево руля. Есть лево руля. Курс 120. Есть курс 120. Поставить им завесу. На румбе 120. Так держать. Есть так держать. Что с вами, товарищ Полосухин? У
Устал, товарищ командир, даже знобит немного. Ну что, на первый раз страшновато было, сознаетесь? Очень страшно. Думал, не выберемся. И сам того. Мало снервничал. Огонь немцы дали на славу. Зато уж теперь после такого огня нам сам черт не страшен. Это ваше боевое крещение. Боцман, сменить товарища Полосухина. Есть сменить Полосухина. На бульваре цыганка седая моряка подозвала к себе. Дай, красавец, матрос, погадаю, скажу о моряцкой судьбе. Дай, красавец, матрос, погадаю, скажу о моряцкой судьбе. Суждены тебе в жизни скитанья, но счастливая карта твоя ожидают дорога свиданью, и бубновая дама тебя ожидают дорога свиданья, и бубновая дама тебя. И моряк этой встречи нежданной все искал среди долгих дорог, все искал в море берег желанный и сердце для милой берег. Для милый берег. Шел моряк сквозь волну и туманы, был товарищем верным в беде, видел дальние звезды и страны, но дамы не встретил нигде, видел дальние звезды и страны. Но дамы не встретил нигде. Полосухин, ты что? Так знобит. Так и должно быть, после бани всегда знобит. Небось, то в жар, то в холод бросал. Первый раз я под таким огнем был сдрефил. А это ты уж врешь. Кабы сдрефил, не выбил бы катер из-под обстрел. Я уж сам боялся за тебя. Нет, молодцом. Смотрю, держится Степан Полосухин. Парни, гляжу, нервы стальные. Зажмурится на минуту. Опять как ничем не бывало. Голову жмет, опять ничего. Нет, боцман. Вот дядька мой 10 лет во флоте служил. Всю жизнь на море. А увидел бы меня сейчас, всыпал бы мне здорово. Вот он. О, скажи, пожалуйста, это папа? Папа. Брат, да. Это, брат, здорово. Это, брат, на первую премию. А что, у него хорошая борода. Хорошая. А ты вот смотри. В детстве. Ты? Да, я. Скажи, пожалуйста. Похож? Похож. Маленький такой. А то маленький. Ничего. Ничего. Подходящий парень. Смотри, смотри, гляди! Где? Вон! И как мертвый? Какой тебя мертвый? Еще он будет мертвый, раз на воде держит. Тоже мне скажет мертвый, не видишь, что ли? Кольчук, быстрее давай! Давай быстрее! Давай быстрее! Братцы, да ведь это ж девушка! Голову береги! Вот бедняк, не повезло. Ну как она, дышит? Дышит, товарищ командир, только очень плохо. Полосухин, вы ее займитесь. Вот и боцман поможет. Чтобы через час была в порядке. Действуйте. Есть! Осторожно. Есть, осторожно. Ну что вот как медведь? Давай, Серега. Ну как? Чего? Сюда клади, к свету поближе. Где я?
Вы на военном катере. Мы подобрали вас с морем или в 50 от берега. Теперь все в порядке. Теперь вы уже не погибнете. Я из Севастополя. Ездила навещать брата, возвращалась на пароходе. Вам нельзя разговаривать. Отдохните. Потом расскажете. Нет, нет. Я совсем здорова. Пароходик был маленький, ветхий. Налетел юнкерс, начал бомбить. Вы задрогли совсем. Вам переодеться надо. А вот белье. Это мое, запасное у меня было. Сухое, чистое. Сумеете сам? Спасибо. Спасибо, сумею. А потом нас крикните, ладно? Идите. У Жюль Верна в одном романе, товарищ боцман, тоже девушку за бортом подобрали. Удивительные романы пишет Жюль Верн. Не оторвешься. Да. Уставы читать надо, а ты, Жюль Верн. Полосухи. Товарищ Полосухи. Есть. Просушить вещи спасенные. Есть. Принести утюг в камбузу. Есть. Так. А ты, стало быть, Жюль Верн. Сколько раз тебе говорил, брось ты это пристрастие. Не доведет тебя до добра. Доложи командиру, привели в чувство. Есть доложить командиру. Спасенную еду не оставляем. Проводите до дому, когда придем в Севастополь. Есть. Да, войдите. А вы уже переоделись? Угу. Вот замечательно. Только я, наверное, очень страшная. Почему же страшная? Наоборот, вам очень идет этот костюм. Ну да, идет. А где же ваша мокрая? Вот. Фу. А что вы хотите делать? Гладить. Что вы, я сама. Да нет, сейчас поглажу, вам отдыхать надо. Ну что, как-то неудобно. Ну, а вы не беспокойтесь, я большой специалист. Вот даже как. Да. О! Как вы смело берете за дело. Смело. Вот мне кажется, все моряки очень смелые. Все? А вот я в последней операции под огнем так стрефил, что даже командир заметил. Ну нет, вы совсем не похожи на труса. Знаете, у нас в доме техник один живет по фамилии Кротов. Вот это самый настоящий трус, чистопробный. Однажды днем самолет немецкий появился над нашим районом, ну и бросил две бомбы. А Кротов в это время собирался петуха к обеду резать. Он его поймал, топор приготовил, в общем, все сделал. А тут вдруг воздушная тревога, стрельба, самолет над головой. Кротов до того от страха обезумел, что заскочил в соседний дом и схватил, что первые под руки попалось, гитару, и помчался в щель. И вот у него в одной руке гитара, а в другой руке петух ногами дрыгает. И в щели он, вот честное слово, не вроду полуночи просидел. Мать-старуха ему обед в щель носила. Ну, да. Не могу, как вспомню, так не могу. В одной руке гитара, во второй руке петух ногами трогает. Ну, я как увидала из окна, так и повалилась. Надо торопиться. Скоро придем в Севастополь. Приказано вас проводить до дому. Видать. Счастливо, ребята! Я давай, давай! Ну вот мы и пришли. Вот здесь я у старушки-хозяйки живу. Она особо воршливая, но я все-таки думаю, обрадуется, что я целехонько вернулась. И... А? Что это? 500 килограмм. Только вчера грохнуло. Вот уж горе-то. Вот здесь была моя комната. Это кто? Кто? Кто это, а? Товарищ Кротов, кто? Кто это? Это я, Петр Аркадьевич. Вы меня не узнаете? А что, отбой? Был отбой. Успокойтесь, Петр Аркадьевич. Что вы здесь делаете? А кто это? А был отбой или нет? Да, да, да. Да возьмите себя в руки, да. Петр Аркадьевич. Вы меня-то узнаете? А Вера Васильевна. Да. А что, отбой был? Твердо? Да, да, да. Идемте, идемте, Петр Аркадьевич. Идемте. Идемте, Петр Аркадьевич. Ну, садитесь. Ну, расскажите, как вы здесь очутились? Ведь вы же в доме напротив живете, а? Какой ужас. Какой ужас, Вера Васильевна. Это случилось вчера. Скажите, а хозяйка моя Евгения Павловна? 10 человек. Евгения Павловна тоже. А накануне вечером она взяла у нас электрический чайник. И представляете, вот уже час ищу и никак найти не могу.
А тут вдруг стрельба. Хотя теперь кажется тихо, а? Да, тихо, тихо. Знаете, пока тихо, я, пожалуй, еще поищу. Погодите. Может быть, там. Наволновался. Главное, отбоя не слышал. Представляете? Прошу вас. Кротов Петр Аркадьевич. А вы что, знакомый Веры Васильевны? Да. С удовольствием бы пригласил вас к себе обоих домой чайку попить. Но вот чайник пропал. Какая досада. А главное, это тем более неприятно, что в дороге без чайника пропадешь. А вы что, Петр Аркадьевич, окончательно решили вернуться к себе на родину, Феодосию? Да, Вера Васильевна. А то здесь в последнее время беспокойно стало и, говорят, очень ненадежно. А вы что, военный моряк? Точно. Ну, что у вас, говорят, как на фронте, а? Ничего. Да, очень боюсь за Ленинград. И с Москвой тоже не важно. Трудно, трудно. Сила-то ведь какая. Франция-то 3 недели, Югославия-то ведь 3 недели, Лондон-то в щепки, в черепки. Да, вот тут и повоюйте с ним. Все-таки я, пожалуй, еще поищу. А че же он теперь свой чайник отыскивает? Да. Где же вы теперь жить будете? Пока у подруги. А потом я все равно собиралась в связистке. Смотрите, на катер не опоздайте, товарищ Полосухин. Да, мне пора. Ну вот. Встретились, поговорили и разошлись. И больше никогда не увидимся. А морская жизнь известная. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Вот даже адреса вашего не знаю, Вера Васильевна. Сами видите, товарищ Полосухин, что у меня с адресом получилось. Да. Вот был адрес. Нет адреса. Ну, до свидания. До свидания, товарищ Полосухин. Ну-ну. Месяца на юге, чем ноябрь. Байкал. Так, 15 минут уже Байкал. Подготовка продолжается. Стало быть, сейчас пойдут в атаку. Это который же раз сегодня? Я даже счет потерял. Как связь? Не отвечает батарея, видно, провод перевел. Ты, господи, боже мой, а связной? Не возвращался. Байкал. Не возвращался. Байкал. Кого же послать? Ерохина пошлю. Байкал. Ну, я пойду. Ты куда? Я пойду проверю насчет хозяйства, чем там ребята дышат. А, ну, Али, ты теперь у нас старшим остался, вроде капитан 3-го ранга. А что же, приходится управляться. Прибавил с тебя хлопот. Байкал. Ну, давай, давай, жизни, Жульвер, что ж ты? Просто, Степа. Байкал. Байкал. Не по тактике воюешь, Кудрявцев. Почему же не по тактике, товарищ Боцман? Раскрылся, лежишь, точно зебра полосатая. За версту видать. Право на борт! Свои! Вижу! Что, кубрик переменили? Пришлось, больно жарко стало! Полундра! Ерохи! Ерохи! Придется на КП пробраться! Есть!
Лепе, опишешь ситуацию, скажешь такая... Справа море, слева море, сзади море, спереду фрицы, связи нет, там состав весь вышел из строя, нас осталось человек 60, но держимся и держаться будем, только бы наша батарея огонь дала. Ясно? Есть! Все будет в порядке, товарищ боцман! Байкал, 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 Байкал. Ну как снять? Байкал. Не отвечает батарея. Байкал. Сейчас бы нашей батарее огонек дать. Ух, подвинули тогда. Только не передать ей никак. Наш боцман, жить я передам. Я на краю крыши стану и просигналю. А флажки у меня всегда при себе. Дышите, может быть, на батарее заметят. Ладно. Передавай бабушке. Быстро три слова. Огонь по пустырю. Есть! Только смотри, бабушкин, три слова и быстро. Товарищ боцман, вы за меня не беспокойтесь, я везучий, меня не заденет. Товарищ боцман, управляться не могу. Эх, Жульвер, ну гораздо дело тебя. Раз начали, надо закончить. Видал, видал, стоишь, как на параде, о, старик, и флажками помашиваешь. Ласково взгляни. Что с бабушкой? Вот, Жюль Верн не дочитал бабушки. Видно, не приняли на батарее. Да. Гляди, поперли. Кажись, пошли. Ну? Ну, точно. Через два. Подавить огонь пулемета. Есть, подавить огонь пулемета. Так,
Иванов, ориентир 3. Уничтожить расчет минометной батареи. Есть, уничтожить минометной батареи. Плохо дело, Степан. Первая волна на себе весь огонь принимает, зато вторая и третья продвигается без потерь. Еще пройти 20 метров, и тогда пойдем к бабушке врать. Стесняться не будут, потому что их 20 против одного. Ну уж, боцман, будем драться до последнего. Вот когда бы нашей батареи огонек хороший дать. Нет? А? Толстой иголки нет? Чё? Распорол штыком, проклятый немец. Надо зашить. Бушлат новый. Иголка найдется. Всю руку отмотал. Увесистые фрицы попадались. Ну, здравствуй, мамаша. Рано я с тобой попрощался. Поторопился, мой грех. А видать, крепко за меня моя старушка-то молится, а? Вот у моей старухи тоже много хлопот. Нас ведь 11 братьев. Сколько? 11. 9 на фронте, 2 еще дома. 11? Да. Ну, это, брат, здорово. Это прям на первый прием. Молодец, девушка! Москва положение было, а? Капусти! Откуда, а? А что у вас там за собрание вокруг молодых? Вот, товарищ боцман, вот кого благодарить надо. Обрыв нашла, связь наладила. А когда на батарее узнали о положении дел, слышь, какой огонь открыли, а? Без привычки трудновато было, а привыкнешь, ничего. Точно! Страшновато было. А главное, долго ползти пришлось. Я в какую-то яму чуть не валилась. Девушка, молодчина. Товарищи. Право же, я совсем ни при чем. Мы с батареи увидали, что у вас здесь кто-то сигналит. Только никак не могли разобрать, что именно. Но меня и послали с батареи осмотреть провод. Товарищи, поверьте, по мне даже совсем не стреляли. Ну так, немножко. Вера! Вера Васильевна! Товарищ Полосухин! Какая встреча, ну совсем неожиданно. Для вас. А для вас? А я ждал вас. Ты нечиста сила.
Нет хуже на юге месяца, чем этот декабрь. Да, нелегкая любовь тебе досталась, Степан. Не в парках и в садах, как пишут в книгах, а на фронте, в окопах, под минами и под снарядами. И думать об этой любви приходится в промежутках между боями. А много ли таких промежутков, Степан? Ты признался? Нет. А что так? Духу не хватило. Ты вот что. Ты по-военному скажи тебе. Смирно, налево шагу марш и крой. Так, мол, и так. Придется. Пошли! Прогулка на животах в обратном боку. Гуляйте, хлопцы! Недельки на две, на три. Куда? Задание одно получил. Приеду, расскажу. Я буду ждать. К Новому году вернусь. Мы встретим вместе Новый год. Хорошо? Хорошо. А если случится так, что не вернусь, то все равно все расскажу. В ночь под Новый год, когда часы будут бить 12. Прощайте. Желаю вам большой-большой удачи. Вас не убили и не ранили. Мы еще увидимся, правда? Да, да. Ну? Значит, идешь, Степан? Иду. Документы захватил? Захватил. Может быть, батьку своего там увидишь? Жаль, если к немцам старик угодил. Нет, к немцам он не угодил. Он в партизанах сейчас. Сведения имеешь? Сведения я не имею, но я своего старика знаю. Не из таких он, чтобы у немцев остаться. Да, трудное дело. Но если что, молчи. Буду молчать. Знаю, верю. Ну, старик. Замочек мне бы надо поправить. Давайте посмотрим. Вам привет от Василия Лукича Деменкова. Давайте замочек-то. Василия Лукича Деменкова, вам привет. Ну? Привет от Василия. Говорить по два раза такие слова вовсе не к чему. Давайте замочек.
Замочка-то нет. Но если кто третий был в мастерской, ну что тогда? Выходит дело, приходит человек замок чинить, а замка-то и нет. Вот на таких-то мелочах попадаются. Да. Ну откуда вы? С Севастополя. Ну как там дела? Дела ничего. Документики для немца у вас в порядке? Мне бы с товарищем П. переговорить надо, с командиром партизанского отряда. Все правильно. Придраться не к чему. Ну что ж, сделаем. Остановитесь у меня пока дня на три. О, прямо в ту дверь. Располагайтесь. Дня, Вера, ласточка моя, сижу в заперти у этого чертова Федора Игнатьевича, пишу тебе и тут же уничтожаю письма, которые ты никогда не прочитаешь. Гнев душит меня, ведь рядом за окном фашистские гады. Мне бы к партизанам в горы, а тут сидеть трое суток в темноте и в заперти. От скуки челюсти у меня сводит. Скоро Новый год. Василий Карпычем поговорите. Он товарищу П. все передаст. Прохудилась подмянка. По этим самым горам, чтоб им пусто было, прямо горит подмянка. Как каждые недели новая встать. Беда. Да. Ну, что там прислали из Севастополя? Какую инструкцию? Да есть кое-что. А вот насчет подметки, это вы правильно. Сырость — главное дело. Сырость, шут с ней. Камень, в нем главная причина. Ходишь, ходишь целый день, словно парашпилил. Да и то сказать, подметка нынче какая пошла. Если бы она была, скажем, лосевая, спиртовая такая настоящая. Это что за товар? Так, для вида. Так какое у вас дело-то к нашему командиру? Товарищ П. К нему самому. Сейчас скажу. Вот только водички попью. Ну-ну. Я думал, товарищ П. лично передать. А где все взять, товарищ П.? Что он вам в город поедет? Когда тут объявление понаклеили. Немцы за него 50 тысяч обещают. А может, я сам ему передам? Сам, сам. Какое вам было приказание? Ко мне явиться. Я вам человека предоставил. Есть! Так вот, Василий Карпович, передайте товарищу П, чтобы он весело Новый год встретил. А что это значит, он сам знает. И второе. Для вас база с боеприпасами и продовольствием находится за Старым Крымом на реке Интол. Как раз в том самом месте, где река свой главный приток принимает. С восточной стороны скалы Караташ. Дадите счастье. Ишь ты, а мы ее на Карасу ведь искали. Камни скалы. Хорошо, чайку горяченького. Очень уж зима суровая выдалась. Ничего, снежок пошел. Сейчас помягчает. У тебя с дровами-то как? Ты не спрашивай. Ни угля, ни дров. Одними щепочками перебиваемся. Василий Карпович, а? Ты этого насыпкое усатого знаешь? Вася Свиридов, это его работа. Да? Угу. Усатого. Учтем. С продуктами плохо.
Так что не обессудьте. А с этим, со Слановым, как? Рассчитались. Сознался. Угу. А, и курить нечего. Немцы весь табак позабрали. Да, с табаком прям беда. Ну а что же мне в Севастополе рассказать? Как у вас идет работа? Скажите, поездов мы спустили в декабре 2. Один сгорел совсем, а от другого немцы половину отъяли. Грузовиков разбили 63 целиком и покалечили штук так 15. Немцев положили, чтобы не соврать, 4 сотни. Полковника одного прихватили на дороге в машине. Только нам живым не сдался, застрелился. Да, кстати, командир наказывал прислать человека, который знает по-немецки. А то у нас с допросами прям зарез. Все по разговорнику исхитряемся. А много ли узнаешь по разговорнику? Ну, вот, кажется, и все. Ну, ладно, теперь поскорей обратно двигаться. Да, пора уже. Задерживаться у меня не к чему. Да, это правильно, а то не ровен час. Значит, как я говорил, доберетесь до старого поселка, да. А там наш человек вас через пролив перекинет. Да вы знаете, ведь я объяснял уж. Я ж помню. Ну, спасибо. Только выходит дело, вы меня на 3 дня в комнате заперли, и за меня все задания выполнили. А я думал, что вы меня пошлете к партизанам в горы. Ну, ничего, ничего. Ну, выполнили приказ и до хаты. Ну, а что ж, мне самому от всего задания осталось. Вернешься в Севастополь, не о чем будет и рассказывать. Словно, ты не в немецком тылу был, а где-нибудь в колхозе. Выходит, девушка, я у вас просто-напросто почтальон. Хуже. Какой-то неодушевленный предмет, вроде конверта. На телеге привезли и на телеге домой отправили. Ага. Ага. Ну-ну. Эй. Хороший парень, да горячий. Трудная для него эта работа. Человек по Севастополю. Это военный моряк. Услышит Швайн. Als er einen Brief bekam, macht den Brief auf, liest, bricht solche Augen, rot und schreit die Frau an. Raus, raus! Русский, Лейтенант, русский. Вы же условились. Verzeihung. Вы пренебрегаете разговорной практикой, так не годится. Вы никогда не научитесь русскому языку? Простите, пожалуйста. А в этой письме как раз бы написано, как его жена с этим лейтенантом Мюллером. Пожалуйста, курите моим. Ну, как вы себя чувствуете? Ну-ну, но. О, совсем нормальный пульс.
Вы подумали? Итак, с какими заданиями вы пробирались к нам в тыл? Кто помогал вам, Феодосий? Это уже третий допрос. Сегодня канун Нового года. Если вы хотите дожить до Нового года, говорите. Я даю вам еще один шанс. Может быть, последний. Natürlich, so wie ich es mir gedacht habe. Heinz geht schon wieder mit der kleinen Blonden aus. Итак, с какими заданиями вы пробирались на Утил? Мы можем быть жестокими, это вам хорошо известно, но пока не полностью. Далеко не полностью. Но мы умеем быть снисходительными к тем, кто нам помогает. Ваш знакомый, этот... Кротов. О, этот Кротов совсем неплохо чувствует у нас на службе. Он оказался гораздо предусмотрительнее вас. Так... Скоро стремительно понял ситуацию и на допросах показал себя такой покладистый парень. Что вы на это скажете? Ну, что вы на это скажете? Werner, Krause, schaffen Sie ihn raus. Может быть, посмотрим, я майор, как убирает Новый год не стол? Понял. Упрямый человек этот ваш матрос. Я habe eine Idee, Herr Major. У меня есть одна идея. Да? Сейчас я организовываю казнь пару сот русских. Пусть наш матрос посмотрит. Может быть, после этого он заговорит. А? Как вы думаете? Вы же знаете, я не решусь подробно. Простите, майор. Берга, майст, апнов мит матросен. Очень мило. Очень мило. Колпасу туда. Халик, икрал, стоял гуд, стоял рифтик. Вас из дэн роз? Это то, о чем я вам говорил. Эй, шнелле! Zurückbleiben! Moment! Oh, Eiser, beweg dich! Los, los! Schneller! Beweg dich! Nun, jetzt wirst du dir die Sache mal ansehen. Sehen! Sehen! Смотреть! Смотреть! Verstehst du? Noch ein wenig rüber. So, so, schön. So, mehr nach links, bitteschön. Etwas mehr, ja, ja. Die Kleine dort. Die Kleine dort, mehr rüber. So, schön, so, schön. Gut, gut, gut. Da etwas mehr nach links, die Alte. Mein Gott, ich sage noch mehr nach links, können Sie nicht verstehen. Na, endlich kommt Ordnung in die Sache. Rechts! Was? Welche, die Kleine hier? So, komm mal vor hier. So, stell dich mal hierher. Richtig. Und den Jungen? Vorkomm hier, los, nach rechts, so, so, schön, so, schön. Nur keine Angst, gleich geht die Sache los. Mom, сейчас нас немцы будут убивать? Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ну что же теперь делать? Итак, с какими заданиями вы пробирались на Утыл? Кто помогал вам, Феодосий? Я жду. Торопитесь, иначе мы оба рискуем опоздать к встрече Нового года. Я жду. Я не скажу. Не скажете.
Россия может гордиться, имея таких солдат. Только много ли? На вас хватит. На всех. Значит, вы добровольно подписываете себе смертный приговор. Так прикажете, понимаете? Во имя чего, интересно, было бы услышать. Крутите. Послушай, матрос, я скажу прямо. Ты можешь преподнести немецкому командованию хороший новогодний подарок. Раскрыть партизанский центр. Немецкую же команду тебе преподнесет тоже ценный подарок. Жизнь. Подумай, матрос, жизнь. Это значит деньги, шнапс, девочки, консервы. Иначе капут. Смерть. Понимаешь? Все останется. Водка, девочки, консервы. А тебя не будет. Все останется. Но не ты. Смотри. Вот маленький семейный альбом гестапо. Вот молодой, живой, красивый, тоже матрос. И вот капут. Живой, молодой солдат. И вот капут. Живая, красивая девушка. И вот капут. Живой, капут. Живой, капут. И вот ты сам. Живой? Ну, отвечай мне прямо, как солдат солдату. Ну, ты знаешь этот край, знаешь здесь людей, рассказывай. У тебя есть 3 минуты, матрос. Хорошо. Я знаю этот край. Я расскажу. О. В этом краю было счастье. Были богатые цветущие села, поля, сады. Была любовь, были песни. Где все это? Развалины, трупы на виселицах, трупы в канавах. У тебя есть 2 минуты, матрос. Так идете вы по нашей, по русской святой земле. Светные разбойники, антихристы, палачи. У тебя есть 1 минута, матрос. Солдаты. Какие вы солдаты, офицеры? Убийцы, грабители, насильники. У тебя есть 1 секунда, матрос. 1 секунда. Фу! Мюллерс! Майсингер! Вот извини, мое, вы спите нам сто. Мы опаздываем встречу Нового года. Восток. Восток. Восточный фанатизм. Знаете, лейтенант, говорят, у людей низших рас пониженная организация в нервной системе. В эту физическую боль они переносят легко. Очень интересная мысль, мое. Можно писать статью Фекеша Боулахта. Жаль, что печатать ее придется под псевдонимом. А почему, мое? Слишком уж специфический материал. Эту матроса завтра же повесить по всем правилам. Суперфель, а майор? Meine Herren Offiziere, bitte die Plätze einzunehmen. Lassen Sie uns die Gläser erheben zu Ehren des kommenden siegreichen Jahres 1942. Hoffen wir, dass wir siegen werden. Siegen werden wir. Вера.
Дружок у меня там на бережку, Степан Полосухин. Послали его к ним, назад не вернулся. Значит...
старик. Подкрепляйся, браток. Кушай, друг. Совсем ослаб. Ешь, товарищ. Угощайся, браток. Не плачь, старик. Матросские слезы, дорогие слезы. Они в одной цене с кровью ходят. Братов! Тише. Уснул. Намаялся. Спит. Тише. Тихо, ребята, уснул. Дед тоже во флоте служил? И я, сынок, и дед твой, и прадед служили во флоте. Дальше не дознавался. Но думаю, что и при великом Петре был где-нибудь на фрегате, боцман Полосухин. Надеялся, что будет молчать, потому не боялся. Так, так. Правильно. Порода-то наша, полосухинская. Коренная, черноморская. Нас ни сломать, ни согнуть. Ничего с нами сделать нельзя. Не знает немец русского человека, вот и лезет. Да он знать-то знает, только забыл. Русский человек, он живучий. Его хоть в землю закопай, все равно вылезет. Который раз уж пробует закапывать, все вылезает. У нас, у Россиишки, рука, как тяжела. Размахиваемся-то медленно, с натугой, но уж зато потом в блин. Потом уж, брат, не жалуйся. Верно.
Так, значит. Держись, сынок. Держусь, дядь. Ну, добро. А ты самый есть, товарищ П. Да. Я самый есть, товарищ П. О, приятель твой пришел. Поговорите. О, здравствуй. Ну как? Ничего, креп. Даже не помнишь, как тебя перенесли сюда? Нет, не помню. А ты знаешь, сколько ты проспал? Сколько? 16 часов. Сколько? 16. Да ну брось ты. Вот здорово. Это, брат, просто на первую премию. Первую премию. Слушай. Ну? Ты не знаешь, как там Вера Васильевна? А ну помнишь, связистка была на батарее под Севастополем. Беленькая такая. Нет, Вера. Как нет? Она была вместе с нами в десанте. В ту ночь погибла в бою. Погибла в бою? Прощай, друг. Прощай, боевой товарищ. Прощай, Степан. Прощай, брат. Обожди, я с тобой. Сердце надо зажать в кулак. Ничего. Я сумею. Ну, Степа, держись. Ну, добро. Смотри, не опозорь фамилии. От меня, папаша, родине позора не будет. Я черноморец.